Ой, какая мнака. Ой, ты уже здесь, да? Добро пожаловать на Setplay Channel. Меня зовут Алекс. Мы продолжаем с вами проходить Tomb Raider. Лару Крофт. Расхитительницу. Полную расхитительницу. На всю голову расхитительницу. Вот. В прошлой серии мы добрались до храма Пимика. Сейчас мы пойдем ей жопец надирать, нарывать. Мне темненько. Очень темненько. Я ничего не вижу. Ларочка, зажги, пожалуйста, все. Зажги, сожги всех. Лар, зажги фонарик, ёб твою мать, ты что, блядь, на ёшечку надо нажимать. Сука, вот из игры в игру бегать, каждый раз, ну, к новому управлению привыкать. У нас что там? Так, очко мы потратили, и еще давно, быстрый переход, снаряжение, нет, у нас тут ничего нету. Я не помню, я за это записал, то, что я там прокачивал ее или не записал, я не помню совершенно. Что мы дальше, как у нас, где у нас тут менюшечка? Так, спасите Саманту от Матиаса. Такие имена все странные. Матиаса, Самантиаса, Уетиаса. Патрончики собрать, обязательно там сильный замес будет. На всю котлету 100 пудов. Ларочка, зажги еще раз фонарик. Я почему-то потушил его. О, смотри, тут какая-то хуя, надо ее забрать. А вот фонарик бы не зажгли, не сделали бы, и все, и не нашли бы нихуя. Гончарному изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая? Этому, ага, она уже сказала, а его крутить, это вертеть не надо, да? Нахую мы его вертели, блядь? Вот так вот прям. Нет, все, его крутить не надо, его мы просто нашли. 34 ваза. Ваза, артефакты найдены в храме, вместе храм над ущельем. Это просто место храм над ущельем, это не храм Пимика еще. Или чего, или как, или где? Нам еще чего-то надо два найти. Еще два артефакта каких-то. Вот она, нет, это храм Пимика по-любому. Блядь, бабки не ходи, вот мне это выражение тут. Коронные, сука, бабки не ходи. Надо его забыть. Надо вычеркнуть его из головы. Главное, всякую нужную полезную информацию я забываю, а всякую хуйню помню навек. Навсегда. На всю жизнь. Вот фонарик бы, кстати, не зажгли бы. Сейчас пиздец пропустили полсюжета. Он еще объяснялся бы еще. Дословно так. Сожгем его давай. Это же какой-нибудь зомби, да? Оно очухается. Хуя оно не очухается. Нет, ну подожди. Очухается, не очухается. Это такое себе. Контрольный в голову не повредит. Во-во-во, смотри, чего это его? Чего это его? Колбайся, трясет. Ларка, давай его подожгем. Как мы поджигаем? Вот, просто фонариком к нему. Поближе, вот так. А что не горит? Он что, бессмертный? Он огнеупорный. А по-любому, конечно, измазался, наверное, чем-то, блядь, весь в говне, блядь. Так, патроны мы все собрали. Нет, подожди, это сейчас, ха-ха, все. Надо перезарядиться сначала. Собрать. Нет, значит, все. Ладно, тянули-тянули время, нет, все равно пойдем. Подожди, пойдем-то, вот, что есть. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они возьмите меня к себе. Прошу, дайте мне умереть спокойно. Ну, аж слюнки потекли так. Классно описывает, как его, говорит, поедают там кто-то. Прям я голодный, по-моему. Все у тебя, блядь, открывается, Ларка, через вот эту хуйню. Все вот так вот, нельзя было в дверь просто постучаться и все. Жуть какая. Возьмем автомат. Нет, дробовик, правильно, Ларка. Я хотел автомат, но ты вот, твоя идея мне больше понравилась. Ты что убрала-то? А, фонарик зажечь. Естественно. Естественно, фонарик зажечь. А Горилл вкусно рассказывает, а тут посмотри, тут это, кухня чья-то. Нам, за нами это рука повара вот так вот длинная такая, не будет здесь охотиться, а мы с Ларкой прыгать отовсюду будет. Не будет такого происходить? Нет? А то он что-то напоминает, наталкивает нас на что-то. Крутить. Тоже через... А как у нее вот эта хуйня на боку называется, вот которую мы сейчас должны... Как он... Топор? Но он же не топор, он же... Да. Сейчас. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. А мне вот одному кажется, что он какой-то писал это, пьяненький такой.
Да, я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Такой, знаешь, как будто он уже он с рюмкой это пишет. А ты говоришь, ну, у меня слух-то певчий, понимаешь, вот музыкальный, я слышу интональность, тональность, вот эти все тонкости, вот, ты что, блядь, мне медведь в ухо пернул. Слышу вообще все. А нам просто запрыгивать. А я заметил, я вот увидел. Как этот топор у нее на боку называется, на жопе он висит. Как он? Туристический, не туристический, альпинистический, не пиздрический, не пиздрический, не помню. Не как тут он называется, мы что-то нашли. Что это такое? Храм над... А дальше я не вижу, дальше у меня камера. Храм что-то там над умными, над ушлыми. Что-то типа того. Ух ты! У нас тут еще и сундучок. Но нас не кинется, кусаться не будет. А сундучки, а чё? Лар, делись. Мы уже даже не узнаем, чего это там. А дальше нам никуда и не надо. Да, это был поход в один конец. Это был Ларкин поход в конец. Надо проксерить все, надо посмотреть. Вот еще вот там чего идти есть, да, вот, вот в перде нас. И вот чего-то надо уронить. Ну-ка, подожди. Стой, 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 не так. Мы туда стрельнем из лука, это потянем все на себя? Или мы чего-то вот тут вот... Стойте, подождите, мы сейчас разберем. Ага! Бедненькое мое, солнышко, как же я тебя так? Зачем же я тебя так? Я так не хотел, я думал, ты нормально допрыгнешь. Вот тут цепи нет, но крутить можно. Ну-ка, подожди. Это мы открываем что-то. Ага, это мы открыли, ладно. Мы не будем на время здесь бегать туда-сюда? Или мы зря спрыгнули? Все, пиздец, мы, наверное, зря спрыгнули. Ой, фу, какая... А что это там? А что это там? Лар, смотри, там все... Ой, фу, вон торс лежит. Какая мерзость. Фу, какая гадость. Как забраться наверх? Вот тут забраться наверх. А как забраться теперь на ту сторону? Как вот туда перепрыгнуть? Ну, где второе сопло-то? Где вторая крутилка? А вот там тоже белой краской намазано тебе для дураков-то. Вот, говорит, тут и залази. Ой, ты тупишь. Ну, все тут логично, все тут правильно. Ну, теперь вот эту хуйту открываем. Мы теперь тут что-то подымем, да? Крутится, вертится, шарга. Нихуя, она не крутится, вертится. Мы еще даже ниже опустили, нет? Подожди, что-то, по-моему, не сработало. Тик-т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 ик. А, на Ешечку надо нажимать. Вот что тут надо делать-то. Мы вышка-выска-выска сейчас подымем, а теперь потом быстренько побежим и закроем сопло-то. Нет, сопло-то по-любому закроем. Нельзя так, там-то, смотри, хуйня какая-то провалится, еще Ларк ногу сломает. Нам это не надо. Нам это надо, нам это не надо. Нам совершенно не надо. Так, Ларочка, крути, родная. Крути, 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 крути. Все, закрыли. На всякий пожарный. Это надо делать. Это вот без этого никак, без этого нельзя. Наебнем, сломаем ногу. Хорошо, если ногу, а если шею. Нет, не пойдет, так я так не хочу. И теперь мы должны запрыгнуть на самый верх. А, я догадался, чего. Это маятник. Это маятник, мы его сейчас шатать, вертеть будем. Вертеть, шатать будем на всю. Туда-сюда будем его, туда-сюда делать. Угу, с луком. Посмотри. Нихуя, лук возьми. Лук возьми, дурында, блядь. На, на. Давай. Жумай, самба, тяни. Тяни, жумай, самба, давай, давай. И понеслась. На него надо было запрыгнуть наверх. Не, наверное, не надо было. И... Мне нужно попасть туда. Я понял, Ларчик. Подожди, солнышко. Сейчас, секунду. Ну-ка, проксерить. Подманиваем к себе. Подтягиваем. Давай, жумай, самба. Их! Теперь прыгаем, цепляемся. Цепляемся, Лара! Блять, дурында, тупорылая, сука! Ну что тебе клешнями своими не зацепиться-то? Ну честное слово. Ну на что, дохуя попыток, что ли, с тобой? Ну что там с тобой? Сохранение, что ли, есть? Ну да, походу есть же. Мы же в игру играем. Точно, я забыл совсем. Давай раз еще. Дубль два. И есть. Хватайся, хватайся, хватай! Слишком высоко. Чё это я не так делаю? Почему она не цепляется? Чё это я в сомнениях весь? Весь в сомнениях? Опустить. Ну не так! Не так же низко-то. Подними. Чуть-чуть. Не-не-не-не, она либо полностью опускает, либо полностью поднимает. Она не может на полумерах работать. Ларка не такая. А она не сторонник полумер. Так, подняли. За нее цепляться она категорически не хочет. Прицепиться к ней она не может.
Так, стойте, думаем, соображаем, кумекаем. Угу. Заберемся на повыше. Встанем напротив. Нет, что-то не соображает у меня голова. Открыть, опустить ее. Она клетку сломала, смотри. Еще раз уроним, она еще раз клетку сломает. А как туда запрыгнуть? А если окончательно ее сломать? Смотри, не просто так же сломалась клетка. Значит, подразумевалось, что мы ее можем просто вот так опустить. Ларс, с это, съебись вниз. Лар, блядь, спрыгни, ёб твою мать, я тебе ноги сейчас сломаю. Дура, блядь. Мы ее сейчас опустим. Бросай. Она как элегантно она опустилась. А потом мы ее притянем. Она станет поближе. Ларка не может хвататься за веревку. Она не может хвататься там, где она не может хвататься. Она может там хвататься, где ей разработчик показал. Вот так. А теперь жумай самба, работай. Давай, 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 давай. Вот. А теперь запрыгиваем. Угу. Да-да-да, мор... Нас расплющило. Вот так прям. Фу, блядь. Но логику мы поняли. Правильно работает. Просто не успели. Не допрыгнули. Вон там какие-то чайки летают маленькие. Как они, не чайки, как они, блядь. В пещерах живут там. Бабочки ночные. Ночная бабочка по имени не будем называть. Как эта песенка-то, я у кого-то, у стримера слышал, как она там это... Как у нас во дворе есть девчонок, нельзя. Как раз актуальненько вот здесь. Подходит. Под локацию-то, блядь. Так, на эту мы с легкостью запрыгиваем. Я смогу. Сможешь, сможешь. Молодец, давай, хватайся. Их ты, блядь, надо было сразу же так. У нас с первого раза никогда ничего не получается. А вот и храм. Как ты, блядь, коленями так? Вниз, Лар. Нельзя было просто спрыгнуть. Она и спрыгнула. Императрица Солнца. Огненный обряд. Выбор преемницы императрицы. А что у них варежки открыты? Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Я это в самом начале тебе еще объяснял, Лар. Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Не хочу. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. А я думал, она сделает это киношно так. Но ты ее не получишь никогда! Пристанище для души императрицы. Я должна это прекратить. Лар, подожди, ничего мы не прекратим. У нас этот... Экран выключился. Вот, все, включился. Сука, разрешение теперь упало. Ладно, я надеюсь, это не повлияет на видео. Блять, я тебя выкину когда-нибудь. Или отдам кому-нибудь. Сука ты такая. Лар, я не тебе, я монитору. Так. Вот скажи, вот чего было непонятно с самого начала? Тебе прям вот в самом начале все это объяснили. Ну, не прям, конечно, дословно, но практически популярно сказали, что ей нужны тела, сосуды. Ты говоришь, сосуды. Вот. А ты такая, нет, тебе надо было до самой, это, конца игры добраться, чтобы это, блядь, понять. По каким-то вон рельефам, блядь. Какая ты светила науки. Никакая ты не светила нихуя. Ни разу, блядь. Все в конце только сам поняла. Я вот с самого начала понял. И то сюжет не знал даже. Давай, жумай, симба, работай. Так, дверь мы открыли. А там еще одна. Это не та дверь, это другая дверь. Я думал, это тоже дверь. Так, стоп, подожди. Неправильно. А что это мы отсюда убегаем? Нам не отсюда не надо убегать. Мы что-то не все собрали. Ну-ка, фонарик зажги. Ну-ка, поджиги. Ага, молодец. Как-то мы так сразу же хуякся убежать. Нет, надо журнальчик тебе почитать. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Не, подожди, не понял. Она что хотела сделать-то? Она себя хотела убить? Или жрицу хотела убить?
Если, ну, то есть предыдущую Пимика, которую сосуд, который вселилась в душа Пимика. Но если бы она убила бы предыдущий сосуд, то она бы ускорила процесс вселения в себя. А если бы она убила бы себя, ну, нашли бы другую. Что там, какой-то выбор, что ли? Она на миллион, что ли? Не, ну, я так не думаю. Тут, ну, блядь, ну, ты бы себя бы ёбнул, а все бы, говорит, жрицы за мной последовали. Ну, каждый бы начал бы себя резать, стали бы поувереннее их обсматривать, везде ковыряться у них там, да? То есть везде кинжалы эти находить. То есть стали бы ей туда их запускать совершенно, в чем мать родила. И прятать кинжал было бы негде. Нет, я, конечно, понимаю, что как бы у противоположного пола-то больше отсеков-то для хранения всего. Ну, нашли бы и там, я так думаю. Как-то. Ну, тут это все равно бы, да? То есть тут процесс, наверное, не в этом. Тут как-то по-другому надо остановить. То есть душу вселить, наверное, в какой-то сосуд, в другой, типа, не живой, как джина, да, как в бутылку ее, точно, в алкашку ее превратить, в поганую, вонючую бомжуху алкашку, и все, и тогда все закончилось, все завершилось бы. Да, блядь, опять, зачем мы туда-то бежим? Мы просто дверь открыли, мы эту дверь открыли, вот тоже непонятно. А бабочки здесь ночные тоже летают, тоже какой-то намек на то, что Пимика у нас не такая простая. Вот нам туда и надо, вот туда, нам надо вот эту дурень отсюда подвинуть. Правильно? Тут какой-то метод есть. Какой свод? Нихуя, просто вот через стену иди, да и все. Вот, ну да. А я думал, надо будет этот Дорин пододвигать. Че ты туда смотришь? Не все еще? Она как-то, Ларка, подозрительно в сторону смотрела. Но назад. У нее, может, какая-то есть ультимативная способность, про которую я не знаю. Во-во-во, видишь, она куда-то смотрит. Чего, Лар, где? Я ничего не вижу. Тыкни пальчиком, пожалуйста, я пойму. Ну, ткни куда-нибудь пальцем-то. Пальцовка своя. У тебя их 10 на руке. На руках. Ну, нет, Лар, все, нет ничего. Я ну, не знаю еще, чем тебе помочь. Может, это, конечно, кто-то так не... Во-во-во, видишь, она смотрит? Или она просто, типа, на свечки смотрит? А так-то ей до пизды. Да хуй его знает, не знаю. Но я надеюсь, что я не бы это, полсюжет не пропущу. А такое может быть, да это, блядь, на ура может быть. У меня сюжет-то может вот так вот пролететь мимо, блядь, и все. Это как, знаешь, это как, когда в одну сторону куда-то смотришь, типа там, ну не знаю, птичка пролетает, а взади тебя миллион раздают. Я такой, да, я везучий. Там веселье, шарики, там торт едят, блядь. А ты такой, а, чего? Птица пролетает, просто так смотришь, чего, блядь? Даже не слышишь ничего. Ни разу такого еще в жизни не было. Ни разу не было, и вот опять. Ларка, мне не нравится, что мы к тебе слишком сильно приблизились с камерой. Что-то сейчас, наверное, какой-нибудь выпрыгнет что-нибудь, укусит нас. Вот так вот возьмет. Нет, не будет такого. Не надо мне скримеров, хотел сказать стримеров. И скримеров, и стримеров мне не надо, я боюсь. Быстрый переход после этого лагеря невозможен. Опа! Мы приближаемся к концу карты. К концу игры, не к концу карты. Что нам качаться? Нам не надо качаться. Так, у нас прошло всего 18 минутков. 18 минутков. Ага. Значит, после этого момента мы уже ничего по гробницам и не пол... Ну ладно, хорошо, может это финальная серия будет. Я видела похожие не знаю. Артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Это типа это, плевашница? Или как она? Слюнявщица? Ну, куда сплевывают, когда табак жуют. Вот это вот делают. Нет, это не она. Похоже очень. Наверное, да, наверное, мы к концу ближимся. Там уже, слышишь, ветер какой-то дует за дверью. Лар, открывай. Угу. А если я не хочу туда? Ох, едь, колотить. Дай сфоткаю на всякий пожарный, пускай будет. Зиккурат, местонахождение. Зиккурат твою за ногу! И нахуй отсюда, просто валим. Нет, надо, ну ладно. Храм над ущельем. Ладно, все, пошли. Сейчас спасаем Саманту, убиваем Миранду, ой, этого, Мармадюка этого ебаного, и валим отсюда. Сейчас сама Пимика спрыгнет на мост прям. Или самурай такой с большим мечом. Да, нет, давай сразу же дробовик возьмем в руки. Спрыгивай давай, сука, выходи на честный бой, блядь, я не боюсь тебя. Ой, блядь! Нет никого? Нет, боюсь. Ой, огни горят. А что это огни горят? Сожгет ее. Зачем ты это делаешь, Матя? Думаешь, ты героиня, Лара?
желание. Сколько жизней ты отняла во имя того же? Нисколько. Ну, твои полудурки не считаются. Здесь нет ни одного героя. Только выжившие. Фимика опасна, Матиас. Она разгневана и мстительна, и власть ее велика. Отдать простую смертную императрице совсем недорого за нашу свободу. На нахуй. Ларн, надо что-то делать. Просто так носиться из-за угла в угол ты это не вообще не варик. Вот, видишь, проход сразу задний наш. Ой, этот тайный ход нашла. Самое главное вовремя остановиться от истерики, от паники и начать соображать. Ну, потихонечку продвигаться. А там ады разверглись. Воды Ганга. Нет, не то. Куда нам? Выше. Ага, я понял. Лук, дайте мне лук. На единичку лук. Надо стрелять. А подожди, а куда стрелять? В гору. В гору и вот сюда привязать. Она сама все сделает. И жумай сымба. Давай, включайся. Зюх. А теперь на цыпульчике. На цыпружненьке. Угу. Теперь будем сейчас из горы на гору прыгать. Ларка, мы уже можем прыгнуть. Ну давай, если ты хочешь до конца дойти. Цепляйся. Молодец ты, моя умничка. А дальше ты куда? А вон на подмостке. Не надо ниже, надо выше, Лар. Вот что это такое? А, это тень. Вот, цепляйся. Нет, тут просто пройти. Ага. Так, теперь перепрыгнули. Дальше куда? Туда не надо. Просто выйдем отсюда. А, вот. Все, заметил, нашел, увидел. Главное, чтобы сосулька не упала. Ну, вот эта сосулька на голову не упала. Я не про Ларку имел в виду. Так. Дальше-то. Ага. Все. А теперь вот сюда. Опять колокол какой-то, да ёб вашу мать. Когда вы от колоколов-то уже отстанете, а? Его надо уронить, наверное, надо будет. Раз. И врезался. Нихуя. А зачем он тогда нужен? А, наверное, не туда врезать надо. Куда? А в двери. Да. Вот. Стой. Чё-то я не соображаю. Угу. Сюда ничего не даст. Ну-ка, если его, допустим, от Седова. Раз. На нахуй. А, это вот так делается, я понял. Через репизды это делается. Естественно, как же еще-то, блядь? Пиздец, сейчас все разрушится, сейчас все сломается, Ларка, скорее. Давай. Не умеешь шифтовать, научись, ёб твою мать. Быстрее, блядь, Ларка, мне страшно. Нахуй мы прыгнули, не знаю. Да ладно, брось старать-то. Не так уж это и страшно было. Зачем мы прыгнули? Так, блядь, на панике, на истерике. Что значит, зачем? Даже еще спрашивать будут, что ли? Сейчас куда? Куда-то привязать надо. Куда надо привязать? Нет, это, ну, явно не туда. Наверное. Или правда туда. Ну-ка. Да, туда. И как высоко-то. Жумай сымба, включайся. Ларочка, держи. Держусь. Быстрее. Да куда ты спрыгиваешь, ты дурында, блядь? Да что ж ты творишь-то, ёб твою мать? Просто беги вперед и все. Есть. Ларо, потихонечку. Эти ублюдки направляются к себе. Мы задерживали их сколько могли. Да сколько же их здесь на острове-то, блядь, как на собаке блох. Если я не вернусь, мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Ой, знаю я тебя, кудрявая. Будешь ты ждать, конечно, ага. Жирненькому сейчас там по губам что-нибудь поводишь, и все, и уплывете без нас, блядь. А мы тут разбирайся. Ой, господи. Экшон пошел, блядь, пиздец какой-то сейчас будет. Сейчас нас тут всех размотают. Давай аккуратненько, Ларочка, пожалуйста, я прошу тебя. Не хотелось бы сейчас падать. Лара, держись. Подожди, я не понял. А как тогда? Раз, еще, вот, молодец. Дальше куда? Просто по верхам. Ага, пошли по верхам. И в щелочку сюда залази, Ларочка, быстрее, скорее. Блядь, мне страшно, мне холод. Их ты, блядь. А Пимика против. Пимика по-любому против. Она не хочет, чтобы мы залазили. А мы дострелим до туда. Да, блядь. Еще бы нет, с таким-то луком. Уже моя симба, настало твое время. Ой, блядь. Схватились. Лара, держись, блядь. Дура ты, сука, тупорылая, блядь. Ну, у нас же почти получилось. Откуда вы? Ага, слава богу, недалеко. Вот это мне нравится, вот это я люблю, когда недалеко. Да, мы поняли, что страшно, все, пиздец, давай. Не будем взять. Не попал. Как так-то, блядь? Аккуратненько, включились.
здесь зацепились. Лар, зацепились, говорю. Перес... Ага. Да с... Есть. Держись, держись. Ой, господи, я мог, я смог. Я, у меня получилось. А, мы должны были наебнуться. Я понял, все. Все, 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 все. Я понял, 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 понял. Костерчик, ну, давай погреемся немножечко. Ой, 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 ой. Все, пошли. Сохраненочка сработала. Патрончики, патрончики обязательно. Так, опять полезуньки. Опять, блять, полезуньки всякие. Схватились. Прыгнули. Дальше. Выше. Все выше и выше и выше. Растут на башке волоса. И в каждом волосике дышит большая жирная вша. Лар, схватись. Лар, я тебя не вижу. Ты где? Лар, ага, вижу. Блять, у меня камера. Тихо. Вот. Кстати, ну схватись, Лар. Давай. Ох, блядь, я б не смог, Лар, как ты. Я в честь не смог. Камни, камни, камни. В сторону. Уйди. Тихо, не падай. Только это. Сосульку не урони. Нам на голову. Сейчас куда? Не соображать, не понимать. В сторону. Схватились. Господи, страшно как. Так, теперь в другую сторону. Зацепились. Молодец, Ларочка. Давай, еще чуть-чуть. Нам самую малость осталось. Выше не допрыгнем. Не допрыгнем, дура, я кому сказал, блядь, не допрыгнем. Да не в эту... Блядь, Лара, успокоились. Вот в эту сторону, блядь. Да как ты, пизду тебя, дура, блядь. Ну, самую малость осталось. Вот, вот, ну, чуть-чуть, вот тут допрыгнуть. Вот тут... Ой, где это мы? В самых низах. Мы каждый раз будем в самых низах начинать. Так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Главное следить за тем, как мы продвигаемся. Главное Ларку не терять из виду. Можем наебнушечки сделать. Карабкайся ты, пожалуйста, побыстрее, а. Прыгаем, хватаемся. Главное соблюдать последовательность действий. Ой, молния, камушки. Тихо, уворачивайся, Ларк, уворачивайся. Змейкой, змейкой. Оползи змейкой. Это как? Это неудобно так. Да. Зацепились, зацепились, зацепились. Сука, я тебя ненавижу, блядь. Ларчик. Мы с какого раза это сделаем? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не то чтобы тороплюсь, я до пятницы совершенно свободен, но хотелось бы как бы, ну, в этом году забраться. Да куда ты вниз-то, блядь? Так я не понимаю, нам надо здесь прыгать-то или перепрыгивать, или не надо? Так, она, по-моему, уже сама лезет. Она уже... Чего такое, Лар? Почему я нажимаю вверх, а ее мотает вправо, влево, то есть? Ну-ка, мне это не нравится. Смотри, как профессионал это делает. Чуть-чуть. Аж голова зачесалась. После долгих поисков я нашел для тебя сосуд. Излейся! Пошляк. Какая гадость. Все, у нас ничего не получится. У нас ничего не получится. Я не смогу ее убить. Чем мы ей поможем-то, Лар? Ты прикалываешься, что ли? У нее этот силовой путь. Как он? Блять. Ух ты, деревяшка чуть по ебальнику не прилетела. Шел вон, блять. Вы-то откуда здесь взялись? Вот суки, а. Ты посмотри, им вообще до пизды, блядь, на дробовик. Прямым попаданием. Видал, как я умею? Видал, блядь? На понтах, сука. Перезарядочка. Есть, ботов.
Да ёб твою мать, ты сдохнешь или нет? Дрянь, блядь! В дым прям стреляю, прям даже не смотрю, куда, блядь. Уйди-ди-ди-ди! Дяденька, подождите! Готов! Нет, нихуя! Пускай его же, по нему же стреляют! Его же напарник. Да сука, какая, где, блядь? Подожди. Твою мать. Бесишь, сука. Давай, иди сюда. Тварина, блядь, тупорылая. Ветер, ветер, сука, какой сильный ветер. Лара, держись. Лара, на все кнопки жму. Они... Ух ты, плевать! Так, куда? Лара! Вот, я заметил, вот сюда! Давай! Ага, и по верхам, побежали, пока ветра нет. Да как ты шифтовать-то, сука, не умеешь, а? Накис! Задави его! Ну, блядь! Ну, блядь! Пиздец там сейчас будет! Блядь, в полете прям добил! Сейчас соберемся. Сейчас главное с мыслями собраться. Нет, дай автомат. Автомат. Четверка. Я пятерку жму. Не то. Готов. Готов. Нет, не готов. Хуй вам в жопу, вместо укропа говорю. Не догнать, не поймать. Гранаты! Сук! Готов? Нет, не совсем. Вот теперь да. Лара, спрячься. Рядышком! Сука, бомба рядом! Хоть бы патроны бы, блядь, сделали мне бесконечные. Ну что это такое? Одна маленькая девочка, сука, с вами справляется. Никакого послабления. Про маленькую девочку, это я про Ларку, не про себя. Давай, Лар, запрыгивай. Чего такое? А что у нее не получилось запрыгнуть? И уже двое сразу. А есть гранаты? А, грены же есть. На тебя, сука. Так не работает? А, на этого сработало. И на этого сработало. Я знаю, как против вас. Так, главное собраться. У нас где-то таймер идет или чего? Все, потихонечку. Ларочка, держись. Главное, занозу не занози. Беда будет, не вытащим. Нету этой, аптечки нету. Ой, какой ветер сильный. Смотри, как пимника нихуя. Да ну уж там, наверное, все доделала. Нет, здесь мы не залезем. Хотя стена побеленная. Че такое? Они выйдут сейчас. Лара, она тебя не... Они тебя не услышат. Допрыгнул. Нет, не допрыгнул. И я не допрыгну. Или допрыгну? Да нет, не допрыгну. Хотя не знаю. Можно попробовать. Давай, на раз, два, три. Лара, хватайся. Молодец. Иди. А теперь туда. Да не так. Иди. Есть. Ой, у самого верха почти схватились. Ларочка, чуть-чуть осталось. А мы куда добираемся-то? Мне хотя бы эту конечную точку бы знать. А, у нас сейчас тут финальный босс будет. Я не готов, очень не готов. Они куда стреляют? Вы же вместе, блядь. Как нахуй вы деретесь-то между собой? Нет, конечно, я очень рад. Финальная босса. Жопа надиралова. И сданом. Смотри, как он. Левой. Правой. И вгрызла. Оторви ему голову, блядь. Я с ним не справлюсь. Ты чё ты орёшь, блядь? Иди. Так, самое главное понять, как его побеждить. Его уронить надо? Или надо, чтобы по нему молния пизда? Ух ты, блядь!
По спине надо стрелять. Я понял, когда он вот этой лапой своей пизданет, надо ему по спине хуярить. Вон у него спина открытая. Давай, 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 давай. Ебани. Есть. А где у него здоровье? Ты хоть знать, сколько ему долбить-то по нему? Есть. Нет, не попали. Зря патроны стратил. У меня их не так много. Считанное количество. Мне как ты, блядь, убить должен был сразу же. На ленточке, блядь, порезок. Чего такое? Как добить-то? Как? Я бы с удовольствием. Да как? Ну давай, добей. А, на F. Встанет. Не успел я на F нажать. Ладно. Сука такая. Стой. Стой, 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 подожди. Добить, 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 добить. Ларочка, давай. Раз. Или не сработало. Шлем сняли. Теперь в голову стрелять. Нет. Эх ты, нихера себе, так нечестно. Попал. Ути-ти-ти. Ларка нам жопа. Доби, 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 доби. Две надо было клавиши нажать, да? Сука, я только сейчас увидел. Патроны, патроны. Ты что творишь-то? Полудурочный. Ёбнул. Нет, ты посмотри, ёбнул. Слава богу, со второй позиции уже. Да сука такая, а? Лара, беги. Лар, дробовик. Нет патронов больше никаких, только пистолет. Охуеть. Чего произошло-то? Как? А вы думали, я там вижу, что ли, вторую кнопку-то? Вы чё, блядь? Сука. Ларочка, ты же жива. Я знаю. Молодец. Уходи. Промазал. Ты разрывайся, Лар. Козел, отстань, уйди. Не подходи ко мне. Уйди, вреденка. Патроны. Ой, как в спину-то, Лар. Он защищается, Лар, а как ты хотел-то? Не все ж тебе его пиздить. Добивай, добивай, Лар, добивай. Опять не попал. А как же там это работает, я забыл. Надо в какой-то тайминг попасть. А в какой, я не помню. Ай-яй-яй. Сука, 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 сука. Перезаряжаемся. Ух, какой злой, а. Какой обидчивый дядя. Патрончики. Ну замахивайся, полудурок. Не вовремя, не вовремя. Или попал. Есть. Как это я, блядь, не знаю, как у меня получилось. Совсем, блядь, одни эмоции. Ларочка, валить надо. Ты чё встала-то, дура? Давай, 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 давай. Мы почти добежали до неё. Надо в неё кинуться. Уронить её надо. Чё надо сделать-то, блядь, объясните. Саманту хватай. За ноги хватай и вниз дёргай. Или убей её. Не попал. А еще и с ним надо сражаться. Но этого-то мы быстро. Нет. Я не на ту клавишу нажал. Все. Ну давай теперь это переиграем. Давайте эту вторую сцену. Я должен либо с пробела сейчас на него попасть, упасть. Но стрелой мы точно никуда не попадем. Ага.
Так, куда? На F. Есть, попал. Теперь добить, Лара, добить. Второй наш пистолет, хватай и стреляй в него. Давай, давай, Ларочка, давай, 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 солнышко, ты сильнее его. Он старик, блядь, смотри, у него даже волос нету на лице. Стреляй в него. Первый патрон. Давай еще, Лара, дай мне управление, ты, я ему сейчас глаз отстрелю. С двух стволов. Давай, 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 давай. Сдохни, тварь, блядь, я тебя ненавижу всю игру. Ты меня бесишь. Пока. У меня два теперь ствола, блядь, есть. А с Пимика что делать будем, Лар? Пистолеты вряд ли не помогут. Саманту за ноги хватай и об угол, блядь. Между ними встанешь. Пристрелишь ее. Гори, сука, ведьма. Жечь, жечь ее нахуй. О, ведьма. Да живая она, хэппи-энд всегда. Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. Лара. Что происходит? Спасли мы всех. С острова можем съебываться. Я здесь. Все кончилось. А я. Я ведь обещала. А теперь домой. И солнце луч прям над ней раскрывает. Ох, блин. Ах. Киноделы, блядь. Все. Мы прошли Ларку. Какую-то из ее частей. Нем, ты посмотри, мы молодцы какие, а? Ты да я, да мы с тобой, да? Да, этот солнечный луч ознаменовал нам о том, что победа, все, можем убираться отсюда. Нам покажут, как они 3 дня будут спускаться с Ларкой оттуда? Нет, не покажут. Ладно, на что я надеялся. А типа спустились уже, ну да, да, хромые. Это Лара, с ней Сэмми. Конечно, на руках ее несет. Она справилась. Жирненький, а ты сомневался в нас? Это что это такое, блядь? Ни сказки рассказать, ни песом, ни пером описать. Можно плыть. Ни мечом не вырубить. Ладно. Я потом тебе как-нибудь расскажу, жирненький. Плыть долго, я тебе сейчас все расскажу. Чего ты начинаешь сразу? Что ты расстроился-то, блядь? Соберись. Нытик. Я была так слепа, так наивна. Че бы, блядь? Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия. Так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. И титры. О! Рождение легенды получили достижение. Треугольник дракона. Без даты. Ю, город без даты. 6.15. Что это такое? Холодного мангового смеса. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. А у меня 2 пистолета есть. Не, у меня 2 пистолета есть. Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Да, лучше не спрашивай. Второй раз я не Ладно. Расскажу это. Скоро будем дома. Я еду не домой. А у меня мурашки побежали что-то. Я уже хочу вторую часть. Я уже хочу продолжение. Я хочу, хочу, хочу. A survivor all born. Is born. A survivor is born. Survivor. Не знаю. Посмотрим. Подумаем. Увидим. Не знаю. Найдем. Какая там часть должна быть. И титры. Вот, замечательно. Мы закончили продолжение, ой, прохождение Tomb Raider.
Игра как интересная, замечательная, не знаю, каждому, ну как, на вкус, это, на вкус тебя товарища нет, кому как понравится, ух ты ж, блять, это какие-то разработчики, наверное, три вот этих вот замечательных человека, бородат на меня похож чем-то, или вот этот вот, который зубов там, по-моему, не хватает, чербатый, нет, не знаю, их вон там много. Я, наверное, как во всех играх сейчас сделаю отключение, я только не помню, как это у меня делается, и мы оставим титры, хотя, в принципе, наверное, тут... Титров-то не так будет много. Все нужные и полезные находятся в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Про колокольчик не забывайте. Всем пока. Обязательно досмотрите титр до конца. А не получится их до конца посмотреть. Я забыл клавишу, которая камеру выключает. Так что просто уезжаем. Все, финита ля комедия.